Об этой трагической новости сегодня рано утром сообщил нам один из российских сайтов. Многие до сих пор обеспокоены и встревожены данной трагедией. Вы одни из первых, кто об этом сейчас узнает. Я надеюсь, что многие из вас помнят российского певца, экс-солиста группы «Нана» Владимира Левкина. Сегодня рано утром с ним случилась большая трагедия. Владимир Левкин находился на подмосковной даче и ждал в гости своих друзей. Он отопил утром сауну, где решил сам искупаться до приезда товарищей. Но когда друзья приехали, они обнаружили Владимира Левкина в сауне без сознания. Они его вытащили из сауны и начали делать ему искусственный массаж сердца, но никак не могли его привести в чувство. Они же сразу вызвали скорую помощь к нему на дачу. И уже на скорой помощи Владимир Левкин был доставлен в больницу, где сейчас и находится. Медики ему поставили несколько капельниц и ждут, когда он придет в себя. Мы продолжаем следить за данной трагедией и хочется верить в то, что с Владимиром Левкиным все будет хорошо. Оказывается, в дальнейшем, как рассказали врачи, что прямо в сауне Владимиру Левкину стало плохо. У него поднялось давление, и он потерял сознание. Хорошо, что в тот самый момент подоспели его друзья. Не забывайте, дорогие зрители, подписываться на наш канал. Следите за нашими новостями, ведь только у нас выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса.